Ох, икота, впереди на Федота, с Федота на Якова, а с Якова на всякого. Какие только поговорки не придумал народ для того, чтобы прекратить икоту. Икота хоть раз это состояние испытывал любой из вас. Что это такое? Это когда у вас непроизвольно начинает сокращаться живот, а в нем диафрагма. Это перемычка между легкими и брюшной полостью. Есть простой способ, который позволит вам убрать быстро эту икоту. Что нужно сделать? Налить стакан воды кипяченой, можно чуть подсолить, можно чуть теплой, и попытаться этот стакан, поставив на стол, выпить без помощи рук. То есть наклониться к стакану и попытаться его быстро выпить маленькими глоточками. Вот так вот. Если у кого не получится это делать, то можно попросить кого-нибудь помочь вам с этой процедурой. Или наклониться самому к стакану, рука за спину, и быстрыми глоточками через зубы выпить этот весь стакан. Небольшими маленькими глоточками. Что получается? У вас получается, что сокращение вот этой диафрагмы перебивается маленькими ритмичными сокращениями пищевода, когда вода проходит в желудок, и за счет этого икота у вас прекращается. Бог вам в помощь, и вот эти два метода для прекращения икоты. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик.